Крупная федеральная торговая сеть заходит в приморский рынок. Первые магазины начнут работу уже весной текущего года. Во время торгово-закупочной сессии, в которой приняли участие более 50 производителей из Приморья, стало известно, что в новых магазинах будет реализована продажа в основном местной продукции. Для нас это достижение сразу трех ключевых задач. Первое – прямой доступ сельхозтоваропроизводителей на рынок. Это одна из задач, поставленных правительством Российской Федерации. Мы, безусловно, будем содействовать тому, чтобы наши сельхозпредприятия, наши фермеры имели возможность напрямую предоставлять свою качественную продукцию до жителей населенных пунктов. Вторая важная задача – это, конечно же, развитие конкуренции на рынке торговли. У нас есть и крупные игроки, у нас есть и средние, и мелкие игроки, и мы убеждены, что конкуренция – это двигатель в этом секторе экономики. И третья важная задача – это новые рабочие места, новые дополнительные налоги. Это тот способ развития наших населенных пунктов, нашего края, который мы вместе будем вместе с вами обеспечивать. Министр промышленности и торговли Сергей Калитин отметил, что в Приморье более 500 производителей, которые выпускают продукцию по 12 наименованиям. Общий объем товаров собственного производства у нас составляет в год более 46 миллиардов рублей. Мы производим 39 тысяч тонн овощей закрытого грунта, более 60 тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн риса, 120 тысяч тонн молока, более 100 тысяч тонн мяса и более 270 миллионов штук яйца. Мы на 100% обеспечены сегодня хлебобулочными изделиями, хлебом, на 75% изделиями мяса колбасного производства. Исполнительный директор новой торговой сети сообщил о том, что компания намерена активно развиваться на Дальнем Востоке. В год планируется открывать около 150 новых торговых точек в формате «магазин у дома». Также в перспективе строительство собственного логистического центра. Общий размер инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей. Мы видим, что здесь розничная торговля представлена большими форматами, это гипермаркеты и супермаркеты, но точно ощущается нехватка магазинов у дома. То есть формата дискаунтеров, которые работает в основном наша торговая сеть. В целом сеть планирует охватить не только города, но и все населенные пункты региона от 3000 жителей. Анна Дьякова, Леда Землякова, Новости на Восьмом.